Всем привет, друзья, с вами Букреев, и нет, сегодня у нас немножечко другое видео, ребята, сегодня самое любимое вами открытие посылок, ребят, с сайта Алиэкспресс, посмотрите, это все я забрал за один раз с почты, мне кажется, что меня там ненавидят, потому что минимум раза два или разок в неделю я прихожу и забираю такие горы, я просто прибавляю им огромное количество работы, так бы они могли сидеть, ничего не делать, а приходится разбирать мои посылки, ну короче, ребят, сегодня здесь до хрена всего интересного, и у нас еще вообще розыгрыш проходит. Короче, смотрите видео очень внимательно, я думаю, что вам понравится, будет очень весело. Ну, если захотите что-то купить самостоятельно, ссылка на каждый товар будет под видео. А если вы не умеете, не хотите заказывать самостоятельно с сайта AliExpress, то у меня есть проект «Бесплатный посредник». Если вы живете в Украине, мы вам поможем это сделать абсолютно бесплатно. Ну, короче, все условия будут в описании к этому ролику, но посмотрите. Мне кажется, что очень даже достойная сегодня гора. Я даже не считал, потому что еле донес с почты это все. Ну что, ребята, я уже подготовил посылок. И вот рандомной своей коллекции ножей, кстати, если не видели видео, вот здесь ссылка, каждый раз об этом вам говорю, не знаю зачем, мне кажется, уже все видели это видео, короче, рандомным образом достал вот такой вот ножичек, ё-моё, сегодня он нас будет сопровождать на протяжении всего видео, будем именно им открывать посылки, посмотрим, залипнет ли он под конец скотчем или нет, ну, я вам сразу скажу, залипнет, да. Ну, давайте открывать. Ну что, друзья, открываем первую посылку. Стоимость товаров, которые здесь внутри находятся, по 16... Посмотрите. Ё-моё, когда я вижу то, что вот такая у нас внутри упаковка с китайским воздухом, кстати. Но мне хочется радоваться. Я сразу чувствую, что не все в Китае потеряно. Если китайцы пакуют вещи в такие упаковки, не все потеряно. То есть, если вы где-то в отзывах на Алиэкспресс или вообще где-то видите, что продавец пакует в такую упаковку, 90%, что этот продавец будет классным. Так, здесь у нас зонты. Эти зонты стоимостью около 16 там долларов плюс-минус. Давайте откроем, посмотрим, что там, как нам китайцы предлагают от дождя спасаться. Так, на первый взгляд все очень дождостойно. Есть вот такой вот кейс. Так, зонт хорошо сложен. Он черный, ребята, так, я сейчас его открою, не пугайтесь. Честно, я только что немного это сам испугался. Так, один зонт готов, давайте посмотрим, потому что второй немножечко другой. У него другая рукоятка. Так, мне кажется, что он даже немного посерьезней. Смотрите, здесь тоже есть кнопочка. Все как нужно, открываем. Так, опять сейчас, ребята, не пугайтесь. О, открылся, работает. Так, друзья, я, конечно, не супер шарю в зонтах, но, по-моему, очень даже достойно. Не знаю, может быть, есть эксперты. Я покажу вам тут внутренности зонта. Смотрится достаточно неплохо, хорошо все натянуто. Короче, ребят, на Алиэкспресс зонты можно покупать. И у этого продавца явно можно, потому что, видите, вот эта упаковка, вот эти зонты, это все соответствует качеству заявленному, так что ссылочка обязательно будет под видео. Ну и я на самом деле очень рад, что мне останется вот эта упаковочка с китайским воздухом, потому что я смогу сегодня провести вечер весело, ребят. Ну, если вы помните, да, почему я люблю китайский воздух, то вы, наверное, давно смотрите мой канал, так что подскажите ребятам там в комментариях. Идем дальше, следующая посылка, и здесь у нас должен быть какой-то супер-мажористый кейс для айфона, который спасет просто от всех проблем. Вещь должна быть очень серьезная, и стоимость около 16 долларов. Кстати, смотрите, упаковочка полностью целая пришла, то есть с ним все окей, не помялся, не повредился в процессе доставки. Смотрите, друзья, очень модно, молодежно открывается, вот, с учетом того, что, смотрите, красота же, ну реально красота, пальчиком выдавили, все очень шикарно, давайте посмотрим поближе. К визуальной части вообще нет никаких претензий, да, то есть все очень красиво и запаковано, и смотрится изделие очень хорошо для iPhone 8 Plus, но, блин, у меня только под рукой 6S, поэтому прям засунуть вовнутрь не смогу вам показать. Так, вот это, наверное, снимается, я думаю, да, то есть это крепление на плечо, чтобы можно было прям с ним плавать. А здесь, смотрите, да, просто на таком, на закрутажке прям разъем у нас находится, да, то есть где-то там он внутри. Открыть этот кейс тоже не очень просто, смотрите, здесь такая задвижка, потом раз, так, потом вот это мы только одну сторону открываем, так, вот так, и отсюда выпадает наш смартфончик, да, то есть достаточно все надежно смотрится, так, раз, то есть все за... Угу, да, это я, друзья, немножечко перестарался, вот здесь не закрыл и немножечко погнул, ну, здесь вот все нормально, все попало назад в паз, и вот здесь, оп, блокировка, и вода совершенно вообще не попадет, очень, ребят, достойная вещь, так что можно обратить внимание, если вам
нам нужен реально такой противоподводный смартфон. Кстати, подождите, восьмерки, они же уже водонепроницаемые. Так, значит, видимо, для 7+. Походу, для 7+. Перед вами, друзья, следующая маленькая посылка с сайта AliExpress. Давайте откроем, посмотрим. Я начинаю вспоминать, что же это такое. Да, немножечко я неаккуратно открыл, но все равно эту следу мы сейчас будем с вами вскрывать. Здесь, ребята, у нас смарт-браслет какой-то M6 Smart Band Giroto. По-моему, мне уже такие прислали. Ребят, честно, мне столько этих смарт-браслетов и часов уже присылали, что я хочу их реально все разыграть. Так что следите внимательно за каналом. И, кстати, да, сейчас у меня уже на канале проходит розыгрыш. Вот здесь я оставлю ссылочку на видео, где он проходит. Условия там катастрофические, простые. Сейчас я вам даже покажу приз. Ну, а приз у нас действительно очень достойный. Это смартфон от Xiaomi. Да, не супер топовый какой-то, но очень-очень годный. Бюджетник. Смартфон, вот, пожалуйста, 4A. Xiaomi разыгрывается с сверхпростыми условиями, без репостов, без ничего. Так что обязательно участвуйте. Ссылка в подсказках. Так, открываем нашу волшебную коробочку. Что это у нас? О, так вот неплохо, кстати, даже все внутри. Коробка, кстати, достойная. Такую не стыдно будет, опять же, подарить. Здесь внутри у нас все упаковано. Ребят, это у нас смарт-браслет с пульсометром, шагомером и так далее. То есть вот здесь, обратите внимание, все функции его. Он вас и разбудит, он вам и напомнит, и звоночки вам покажет, и будильники, и что просто угодно. И вот, смотрите, очень маленький, да? То есть он совершенно небольшой, совершенно не занимает никакого места и достаточно автономный. Это действительно хороший смарт-браслет, и мне уже присылали какие-то похожие. Так что, если вы ищете смарт-браслет, может, не Xiaomi, а что-то подешевле, то, пожалуйста, вот у этой фирмы есть действительно хороший выбор, большой, поэтому ссылочка будет на продавца под видео. Так, ребята, я поставил камеру повыше, это значит, что мы переходим к посылочкам побольше, подороже. Здесь у нас посылка вся стоимостью $65. Ну, это нехило для заказа с сайта AliExpress. И да, друзья, кстати, если вы часто покупаете что-то с AliExpress или вообще покупаете что-то в интернете, обязательно пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshop. Потому что Letyshop возвращает вам часть денег с каждой вашей покупки в интернете. В Letyshop огромнейшее количество разных магазинов. Это самый топовый кэшбэк-сервис. И нафига выкидывать деньги на ветер? Если заказываете, обязательно используйте кэшбэк-сервис Letyshop. Ссылочку я обязательно на него оставлю под видео. И, ребят, там будет офигенская распродажа на AliExpress где-то в 30-х числах. Поэтому обязательно установите Letyshop, потому что они, ребята, подогреют классным, реально классным процентом кэшбэка. Так, ребята, а это уже заявочка на спор. Вот почему вы говорите, нахрена бесплатный посредник? Ну вот если человек никогда в жизни не делал заказ на AliExpress, ему доказать свою правоту будет сложно. А мы это сделаем за него, у нас огромный опыт ведения споров. Вот вам, ребята, бесплатный посредник. Потому что, ну, вот, пожалуйста, да, товар пришел треснутый, смотрите, здесь всякие, походу, полировать там и так далее, насадки, ну, то есть, вы видите, да? Да, то есть продавец как-то не очень хорошо упаковал, можно было бы получше. Здесь еще вот такие штуки у нас в комплекте, пожалуйста, насадки. Ну и что-то находится вот в этой коробке. Так, с какой же стороны к ней подобраться? Давайте посмотрим. Так, ну в общем, все это именно для этой штуковины. Бормашинка, не знаю, правильно, неправильно ее назвать. Таким образом, вот так вот она выглядит. Очень даже, кстати, неплохо. Все, конечно, в такой вот просто картоновой упаковке, но походу это дешево. Я не шарю, сколько она должна стоить. Но продавец, ребят, ну такой вот, средненький. Накидал просто все вот таким образом валяется. Вот какая-то штучка валяется. Мне кажется, возможно, она может быть нужной. Так, здесь еще какое количество всяких насадок. Здесь, собственно, гибкая, да, получается. Так, я правильно понял? Да, это, видимо, гибкая, чтобы можно было куда угодно подлезть. Да, гибкое, гибкое управление, так сказать. Так, тестируем работоспособность. Так. Все работает. Вообще вещь очень полезная. Я бы, наверное, себе тоже такую хотел, потому что я бы, наверное, смог попробовать отшлифовать шар из фольги в домашних условиях. Ну, короче, вещь вообще очень полезная. Наверное, тоже себе закажу, но не знаю, у этого продавца буду ли я заказывать или нет. Но самое главное, что вещь работает, да? То есть с ней все окей. Вот то, в принципе, это мелочь, да, то, что треснуло. Но не очень приятно, не очень. Опять же, такую упаковочку уже не подаришь другу, потому что будет, ну, как-то так, не очень приятно. Следующая посылка достаточно большая. Большая, но стоит уже, ребята, подешевле. И я могу сказать, что с AliExpress один из самых часто заказываемых товаров, это, ребят, рюкзак. Честно, их заказывают очень много, потому что реально за 20, там, за 10, за 30 баксов можно купить просто охрененный рюкзак на AliExpress. Этот рюкзак, например, стоит $19. И давайте откроем и посмотрим, стоит ли он своих денег. Попробуем оценить его. Так, ну что я хочу сказать. Материал на первый взгляд, на первый ощупь очень даже плотный. Такой, знаете, который промокнет, но дождь будет
первое время стекать. Вообще похож на какой-то прям вот туристический, знаете, рюкзак, потому что вот очень-очень плотный материал. Давайте посмотрим, что у нас там за отделение внутри. Но внутри здесь не супер все туристический, скорее для компьютеров, да, такой вот городской рюкзак. Можно сюда будет ноут положить. Опять же, много дополнительных карманов. Вот здесь карман можно что-нибудь положить. Вот здесь карман можно что-нибудь положить. Это очень даже хорошо. Здесь есть разъемчик для бутылки. Здесь еще что-нибудь можно привязать. Ну, или мини такой штурмовой туристический рюкзачок маленький, на маленькую горочку зайти. Ну, или, в принципе, можно использовать как городской рюкзак. Ребят, $16? Вы серьезно? За это $16? Это однозначно стоит даже еще дороже. Можно смело даже перепродавать спокойно, знаете, потому что, ну, он очень качественный. У нас за эти деньги вы рюкзак не купите. Вот не спрашивайте меня, почему нужно вообще вот на Алиэкспресс что-то покупать. Вот, это чистый пример. Я вот сейчас положил посылку на стол и подумал, что вы сейчас напишите мне в комментариях, ага, там, типа, покупайте на Алиэкспресс, я вас так призываю, но на самом деле часто приходит что-то плохое, да, какой-то брак или несоответствие товара. Но чтобы не попадать в такие ситуации, обязательно используйте сервис AliTools, это расширение для браузера. Его создали мои очень хорошие знакомые, я уже годами пользуюсь этим расширением. Ребята, динамика цены есть, просто прекрасно, с ценой вас не обманут. Рейтинг расширенный продавца есть, просто шикарно. Но и самое главное достоинство AliTools, как по мне, чтобы не купить что-то по завышенной цене, там можно следить за ценой, да? Если вы нажимаете «следить за ценой», вам придет уведомление, когда она станет ниже. Это просто шикарно. Ну, короче, чтобы не лохануться с продавцом, то однозначно AliTools нужно использовать. Вы, ребята, однозначно не пожалеете, попробуйте. Это не то, что, знаете, как это просто слепая реклама. Вот вы действительно установите, попробуйте, а после напишите ваше мнение в комментариях. Потому что я реально годами использую эту штуковину, чтобы покупать что-то на AliExpress и сэкономил дохренище бабок, потому что вот эти игры с ценами продавцов, по-другому вы о них не узнаете. В этой посылке у нас товаров на $80. И здесь у нас, ребят, смотрите, посылка в посылке. Все у нас так как бы сложно, очень аккуратно. Давайте посмотрим, что у нас здесь пришло. А здесь, ребята, чтобы не стать хрустиком, нужно покупать обязательно вот такую мотоэкипировку, да. Ребят, на AliExpress она тоже есть по очень привлекательным ценам, я так понял. То есть это очень плотный материал, да, сюда можно еще наколенники одевать и так далее, да. Если падаете с мотоцикла, по асфальту летите, грубо говоря, не сотрете себе кожу в ноль, да, то есть это своеобразная защита, своеобразная гарантия того, что с вами все будет хорошо. Я вот часто езжу на машине по городу, друзья, и очень часто вижу мотоциклистов вообще без никакой экипировки, даже без шлема, просто в футболочке на каком-то мега спортивном мотоцикле, он там гонит. Ну, это несерьезно, это небезопасно, это, ну, короче, реально опасно. Вот это уже не из такого жесткого материала, а просто, видите, чтобы продувалось там, не потеть, все дела. Ну, думаю, что сверху какая-то защита по-любому должна еще одеваться помимо вот этой вот футболки. Ну, очень достойно все смотрится, ребят, не знаю, копия может быть какая-то или не копия. Смотрите, вот он как бы этот бренд. Напишите в комментариях, если вы знаете, если вы в курсе, будет очень интересно почитать. Идем дальше. Следующие посылки $12.6. Ребят, это тоже экипировка, но в какой-то степени женская экипировка. Давайте посмотрим, что к нам здесь пришло. Вот за $6 можно, пожалуйста, ребята, заказать вот такую экипировку с сайта AliExpress. Ну что сказать, $6, синтетика, никаких ниток совершенно нигде не торчит. Вещь, мне кажется, своих денег стоит. Ну и в подарок, ребята, продавец подогрел, положил еще расческу, такую гребешок. Ну, блин, подарки, почему нет? Ну и следующее, то, что подороже, ребята, это шорты. Ну, вот материал тоже синтетический, но мне кажется, в таких шортах жарко не будет. Они типа под юбку, но это именно шорты, да? То есть, ну как? Вот, смотрите, чем отличаются шорты от юбки, по мнению девушек? Вот просто вот здесь нужно зашить немного, да? То есть, просто зашить, и это становится именно шортами, уже не юбкой. То есть, все очень быстро, кардинально меняется. Ну и к ним в комплекте вот такой вот пояс. В принципе, очень, ребят, даже достойно за эти деньги, выглядит качественной вещью. Следующая посылка $132. Ребята, здесь смартфон. Мы сейчас с вами распакуем, посмотрим, что за смарт, как его упаковал продавец. Так, ну, упаковка, так сказать, для смартфона можно было бы получше. Это у нас Дуджи. Дуджи смартфоны я знаю, ребята, я их и разыгрывал. О, BL7000, так это вообще знакомый мне смартфон. Так, здесь
в комплекте еще такая вот штуковина, да, то есть можно, чтобы смартфон удобно поставить, там на руке держать и так далее. Dooji BL 7000, это смартфон очень достойный за эти деньги, ребят, уж поверьте мне. На самом деле в этом смартфоне мне нравится его задняя крышка, она вообще не скользящая, она из такого вот материала какого-то необычного, двойная камера. Ну, короче, давайте запустим, сделаем тестовую фоточку. Но реально, вот смартфон Dooji — это достойный. Я не могу сказать, что это самый топ, который можно купить, но за эти деньги можно рассматривать смело Dooji, если вам какие-то определенные характеристики нужны. У них есть даже официальный магазин на AliExpress, да, чтобы там не бегать и цены не искать. Хотя с ценами они тоже хитрят, ребят, тоже хитрят, поэтому Altus помощь, ну, они нечистые, тоже бывают на руку в этом плане. Пока наш мега-аппарат запускается, давайте посмотрим комплектацию. Здесь в пакетике, ну, пакетик не по размеру чуть-чуть, а не, ровненький, кейс. Есть дополнительная европейская нормальная зарядка. Здесь есть OTG кабель, и здесь есть просто кабель для зарядки. Так, по-моему, здесь нет Type-C. Да, здесь обычный microUSB. Ну, комплектация обычная, не бедная, не богатая. Ну что, друзья, наш могущественный аппарат запустился. Сканер отпечатков пальцев проверяем. Ребят, оп, все сработало. Давайте еще разочек. Оп. Не могу сказать, что очень быстро, да. То есть, смотрите, я нажимаю и скажу, когда почувствую вибрацию. Нажал, почувствовал, разблокировалось, да. Не сверх быстро, но, блин, ребят, 120 там долларов, вы серьезно? Давайте попробуем сделать какую-то тестовую фотографию. Ножичка, посмотрим, вот просто вот из коробки в автоматическом режиме, таком, грубо говоря, как это все будет и работать, и снимать. Прямо берем так, раз, и фотография, окей. И теперь мы ее сейчас приблизим, посмотрим, какой уровень детализации. Достойно, ребят, хотя вот, знаете, просто от финта нажал, конечно, немного смыто, но если, наверное, не вот так вот сфоткать, а постараться, будет немного получше. Короче, Dooji достойные смартфоны, но Litulsikom рекомендую проверять даже в официальном магазине, но так, чтобы они прям ломались каждый второй, я не слышал такого, ребят, честно, не слышал. Если у вас есть другая информация по поводу Dooji, то напишите в комментариях. Не знаю, друзья, что в следующей посылке, но схватил ее, потому что чувствую на ощупь, что внутри здесь вот такая вот упаковка. То есть это зачет, это однозначно лайк продавцу, я не устаю это повторять, потому что, ну, реально, ничего не случится никогда совершенно, да, как бы китайцы не бросали посылку, они это делать умеют. Так, а здесь у нас внутри... Ага, все, ребят, я понял. Это белая маска, знаете, то есть есть черная такая маска от угрей, а это белая маска. Ну, короче, наверное, девчонки поймут. Хотя, смотрите, не знаю, как с учетом этой упаковки, как вот это произошло. Я боюсь представить, что бы было с этой коробочкой, если бы этой штуковины не было. Это было бы не очень хорошо, однозначно. Следующая посылка 24 доллара. Ребята, бумажная такая, можно открыть руками. И здесь у нас вот такая а-ля Xiaomi коробочка. Раньше Xiaomi, кстати, ребята делали часто вот такие... Ага, да. Конечно, я молодец большой, все здесь заклеено. Часто Xiaomi делали именно такой просто прессованный картон. Мне нравились эти коробочки. Здесь, конечно, не такая классная, но все же. Но внутри у нас, друзья, вот такие спортивные наушники. Честно, я пробовал когда-то такие наушники носить. Ну, они какие-то громоздкие для меня. То есть, они действительно много места занимают. Но, скорее всего, здесь есть... Так, я не вижу разъема для microSD-шки. Ну, скорее всего, просто, значит, Bluetooth наушники. Ну, на любителя. Честно, вот если я одену эти наушники, потом одену, например, AirPods свои, да, обычные, но это будет такое уже. Хотя, смотрите, в комплекте есть кейс, в комплекте есть подушечки и кабель для зарядки. Визуально все очень даже неплохо, но здесь, если вы любите массивность, да, то есть оно уже больше закрепляется так на ухе, будет, наверное, более удобно при беге, но мне, например, неудобно. То есть тут решать уже вам. Следующая посылка с AliExpress, ребята, здесь у нас как бы ткань, поэтому мне немного сыкотно так прям ножом тыкать, поэтому я вот так... О, опять посылка в посылке. Внутри. Внутри зеленая, еще одна зеленая посылка. Так, мне опять стало сыкотно, но мы сделаем вот так. И аккуратно откроем руками, посмотрим, что у нас здесь внутри. Так, я вспомнил, здесь 21 и 23 доллара, ребята, шорты, да, джинсовые шорты. Сейчас оценим качество, все-таки уже лето, грубо говоря, наступает. Ну, нужно уже джинсы просто снимать, пора одевать джинсовые шорты. Хотя это такие достаточно длинные. Так, ну что сказать, очень даже плотные. Мне кажется, на лето даже будет плотноватые, но качество того, что я вижу, очень даже достойное. Ну, причем здесь я вижу, ребят, вы вообще-то это тоже видите на своих экранах.
Очень, очень, ребят, достойно. Очень на уровне. Опять же, есть какой-то бренд. То есть не просто какая-то китайский ноунейм. И достойно, не воняет ничем. Знаете, часто бывает одежда с Алиэкспресс реально имеет такой запах, где лучше на балкончике повисеть там пару дней. И тогда уже будет нормально. Original, ребят, пожалуйста, Original. Original Bud 2XA. Ставь лайк, если понял, про что я. Короче, очень даже достойно. Ребят, действительно, такие, ну, не знаю, как там цвет, свет и так далее. Это уже решать вам, но то, что я вот трогаю на ощупь, это даже слишком плотно для лета, мне кажется. То есть шорты реально достойные. То, что я вижу, стоит своих денег однозначно. У нас за эти деньги ты не купишь. Это 100%. Следующая посылка всего лишь за $7 с сайта AliExpress. Но, ребят, смотрите, как-то она очень странно заклеена. Как будто ее кто-то где-то вскрывал, но это не на почте, потому что они обязаны сверху клеить скотч. Хотя, я не удивлюсь, если это они на почте ее так покромсали. Ну, короче, блин, ребят, честно, вот, опять же, ну, этот продавец, он, хорошо, я сейчас ножом не сделал, но хотя не знаю, получится ли у нас спасти. Он просто такую вот хорошую упаковочку, да, для этой вещи, он просто ее сверху бахнул скотчем, да, то есть он ее поверх замотал. Вот для этого я и делаю обзоры, друзья, чтобы вы могли видеть не только отзыв уже о самом товаре, а о продавце, как он может этот товар запаковать, вам отправить, чтобы вы были готовы, чтобы вы уже не расстраивались. То есть посмотрите, это нормально? Зачем? Нахрена он это сделал? Нельзя было просто, вот как все китайцы нормальные, еще упаковать. Блин, это бред. С большим трудом мне удалось освободить от оков скотча. Давайте посмотрим, что здесь у нас внутри. А это, ребят, у нас защитные перчатки. То есть это тоже для мотоцикла такой неплохой вариант. Опять же, смотрите, с вентиляцией, друзья. Перчатки с вентиляцией. Я, может, не шарю, но я такого еще не видел. На костяшках, то есть можно будет и вмазать кому-нибудь солидно. Очень даже серьезные. Честно, я хочу померить. Мне просто даже интересно, как-то тяжело не чувствуется на руке или в принципе нет. Здесь, естественно, написано Pro Biker, и, ребят, это четко мой размер, вот реально. И ощущения прикольные, вот серьезно, прикольные ощущения, и забавно, что здесь, что ли, реально будет продуваться, чтобы рука не потела, а здесь действительно и вмазать можно, если кто-то вам вас подрежет, достойно, очень даже достойно, но как упаковал продавец, блин, он здесь еще визиточку там оставил, и какой-то брелок, вон, вот он какой-то брелок оставил, да, еще типа в подарок, но, чувак, пакуй нормально для начала свои товары, потом будешь 5 звезд 100% получать, потому что товар хороший, но как он упакован, не айс. Так, друзья, следующая посылка, и вот эти штуки заказывают у меня через одно видео, но они просто в каждом из видео, я честно, надо посмотреть, это один и тот же человек заказывает или нет, потому что это трэш, у кого-то, ребята, где-то подпольная швейная фабрика, потому что неужели вот эти вот лапки швейные, неужели они являются каким-то расходником, каким-то таким прям расходником. Но в этот раз пришел просто огромнейший пакован вот этих вот лапок для швейной машины. И я в шоке, честно. Не знаю. Напишите в комментариях, кто знает, они что, ломаются постоянно или что, потому что здесь их реально дохренище. $23 огромная посылка с AliExpress. И, друзья, это то, что я вам уже говорил сегодня. Здесь у нас внутри рюкзак $23. Мы сейчас, ну, оценим с вами его. Постараемся оценить объективно, адекватно, стоит ли он $23. Так, аккуратно достаем из упаковки. Но это явно уже такой вот именно смарт, не знаю, рюкзак по-любому, чтобы технику с собой таскать и так далее. Ух, ёшкин кот, это какой-то... Это чё вообще, ребят? Это какой-то... Сейчас нужно камеру повыше поставить. Это какой-то трансформер просто. Опять же, друзья, $23. Это... Что это? Я, честно, не могу, не особо-то врубаюсь. Как-то вот так это все должно... А, видимо, это можно, может быть и рюкзаком, и сумкой. То есть, смотрите, вот так я вывернул. Пожалуйста, это все закроется, это будет у нас рюкзак. Если мы вот эти лямки прячем, то, грубо говоря, это можно пользоваться как сумкой. Получается, что ли, вот так вот сверху нести за эту ручку. Или просто это продавец так вот сложил этот рюкзак, я не знаю, для транспортировки. Короче, посмотрите, здесь, во-первых, есть разъем. Можно сюда подключить powerbank. И где у нас выход USB, можем заряжаться. Да, то есть у нас здесь получается дистанционно можно будет заряжать ваши девайсы, не снимая рюкзак, не неся в руках powerbank. Это для путешествий даже хорошо. Ну и дохрена всяких отделений маленьких, куда можно всякую мелочевку закинуть. И опять же, вот здесь тоже целое огромное отделение для ноутбука или для чего угодно. Достойно. Ребят, $23. Мне кажется, кусок ткани такой дороже стоит. Блин, почему такие дешевые рюкзаки?
чулки на Алиэкспресс, я не знаю, они реально достойного вида и качества. Следующая посылка около 25 долларов. Давайте откроем, посмотрим, что нам маленькие китайчики маленькими ручками напаковали в эту коробочку. Вот смотрите, да, вот я говорю, обычная упаковка и внутри уже заводская. А тот чувак просто скотчем нахерачил сверху, но это было действительно несерьезно. Так, здесь продавец еще пупырочки нам нафигачил, это тоже хорошо. Это обезопасит лишний раз товар. Скорее всего, что с ним ничего не будет во время доставки. Так, здесь вот еще скотчем, еще на всякий случай перемотал. И что, друзья, у нас внутри? А это вот такая серьезнейшая, просто катастрофически серьезнейшая штука для рыбаков. Я, честно, я никогда не рыбачил в жизни вот так, что прям вот, ну, хорошенько, я не умею. Поэтому мне немного сложно оценить вот эту штуковину, но мне кажется, друзья, что... Ух ты, посмотрите, как это вообще происходит? Это очень забавно. Я никогда в жизни не рыбачил, но выглядит это очень даже круто. Видимо, это закрепляется на удочку. Здесь еще вся... Так, что, я думаю, что я ничего не сломаю. Очень какой-то плавный ход. Все выглядит сверхдостойно и качественно. Слушайте, смартфоны бы китайские так делали, как катушки. Здесь пластика, конечно, много, но есть и металлические. Вот это, например, часть металлическая. Вот это металл, ручка металл. То есть, ну, какие-то только штуковины пластиковые. Это очень интересно. Это действительно, ребята, интересно. Не знаю, по-любому среди зрителей есть рыбаки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, это хорошая вещь или нет. Вот я показал. Лучше показать не могу, потому что я не очень шарю. Так что жду уже вашего мнения какого-то в комментариях. Следующая посылка черненькая и стоимостью 14 долларов, друзья. И вот сейчас мы с вами посмотрим. Ага, что можно взять за 14 долларов? Вот мы видели с вами рюкзаки там по 16 долларов, по 28. А здесь просто... Так, во-первых, уже не просто. Поняли, да? То есть мы знаем уже это. Мы уже это видели в прошлых видео. Это охренительные штуки. Реально, это очень качественные штуки. Они дороже, да, даже на Алишке. Этот бренд, так сказать, дороже. Это поясная сумка. Да, нам миньона, кстати, в подарочек положили. Это поясная сумка. Этим все сказано. Смотрите, внутри есть карманчики. Достаточно широкая. То есть можно еще присобачить ключи какие-нибудь. Но, друзья, 14 долларов. Ну, опять же, такого качества вы хрен купите вещь, по-любому, просто никак. Вид достойный, но достаточно объемная, то есть не знаю, для кого нужна такая, потому что реально такой большой объем. Не просто там гулять по улице, чтобы удобно было сложить вещи, а для каких-то более серьезных мероприятий. Стоимость вот этой маленькой беленькой посылочки 9 долларов. Давайте посмотрим, что нам сюда. Опа, здесь у нас посылка в посылке. Посмотрим, что он нам запаковал здесь. Блин. Ну, блин, мне кажется, не дешевле просто коробочку какую-то купить. Здесь у нас, короче, часы. Сейчас я вам покажу их поближе. Ну, нормально запаковал, но, может быть, коробочку было бы тоже неплохо. Так, показываю вам часики поближе. По-моему, очень даже достойно за эти деньги. Так, здесь даже, по-моему, блокираторы. А нет, нифига не все идет. Все крутится. То есть, так, что мы можем регулировать? Так, работают ли эти кнопочки? Не работают. То есть, маленькие дисплейчики, секундомеры тоже не работают. Бутафория. Ну, так, мое, не знаю, почему бы не сделать, чтобы они работали. Было бы круто. Вот, ну, такие вот часы, не знаю. За эти деньги, мне кажется, можно взять, чтобы все здесь работало. Ну, если нужно, конечно. Следующая посылка у нас 16 долларов. Давайте посмотрим. О, я уже вижу, что здесь что-то очень сочное, ребят. Я уже вижу, что здесь уже какие-то единороги. Блин, это одноразовый, к сожалению, пакет. Сейчас. Так, запахи. Так, запахов никаких сторонних нет, но я уже вижу, что это очень серьезная вещь. Это вам, ребят, не все майки. А, нет, это не единороги, конечно. Но это, друзья, вам не все майки там, .ru и все дела. Посмотрите. Это же просто шикарно. Ну, я, честно, на улице людей в такой одежде не видел. Честно, вот реально говорю, я не видел. Качество, ну, торчат ниточки, если честно. Швы не очень ровные. Я надеюсь, что вам это будет видно. Ну, решайте сами. Принт, конечно, мощный, но я не представляю, да. Я не видел людей в такой вот мощной пайте. У него, кстати, смотрите, здесь красные слезки идут, а здесь синие. Кстати, у персика тоже глаза слезятся, надо к ветеринару отвезти. Так, друзья, я начал вскрытие следующей. Ох, пузатой посылки. И здесь у нас... Что-то у нас здесь есть. Это курточка. О, блин. Ну, в лето, это заказывает самое то, такие курточки тепленькие. Посмотрите, это что? Это что в комплекте к нам пришло? Что это за меховуха?
Вот, смотрите, да, то есть от продавца с завода она как бы такая грязненькая, да, то есть в каких-то ниточках, а вещь достаточно светлая. Так, я не знаю, с какой вообще ее стороны развернуть, чтобы вам показать. Так, начнем со спины, потому что здесь вся милота собрана, да, пожалуйста, Bunny Club, все серьезно. Здесь переворачиваем, здесь тоже все очень розово, очень мило. Есть молния, есть капюшон, капюшон с мягушечкой тоже, ну, даже не знаю. Она какая-то грязноватая, честно, вот. Я показываю на камеру, я надеюсь, что вам видно. То есть здесь есть какие-то пятнышки. А как ее стирать? Она такая тканевая, да, то есть не на дождь. Не на дождь, а на сухую погоду. Ну, у меня двоякие, друзья. У меня двоякие впечатления. Не знаю, почитайте, зайдите отзывы к продавцу, что там люди пишут. Следующий товар от этого продавца. И здесь тоже с тематикой кроликов. Так, ну, это белье, да? То есть, ну, здесь понятно, все понятно. Ну, вот, тут есть ушки даже, бретельки типа ушки, да? То есть, это будет нос, а это будут уши, да? Ну, вы понимаете. Ну, и последнее на контрасте, да, чтобы, не было слишком розово, черное. И здесь тоже будут ушки, здесь тоже будут какие-то коты, глазки, вот, пожалуйста. Я не знаю, это платьице такое, здесь кошачьи лапы, здесь кошачьи глазки. Вот это, мне кажется, самое качественное, по идее. Но оно такое, кстати, достаточно... Нет, здесь не сильно плотное. Вот этот материал хороший, плотный. Ну, вроде вещь качественная. Короче, зайцы и коты. Пожалуйста, все очень мило у этого продавца. Но как бы вот куртка плюс-минус для меня. Так, друзья, это последние посылки. И я вам сейчас предлагаю проверить вашу интуицию. Можете ли вы участвовать в битве экстрасенсов? И как вы вообще чувствуете Букреева? Да? Это же не первое видео, надеюсь, которое вы смотрите от Букреева. Короче, сейчас я буду своим магическим ножичком водить, а вы в голове себе задумайте, какую посылку я выберу, да? А потом я выбираю посылку, только давайте, блин, по-честному, давайте по-честному, потому что если у вас есть экстрасенсорные способности, это очень серьезно. Так что я вожу, выбираю, и то есть у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5 посылок, и, ребята, если вы угадываете, да, то есть какую я выбрал раз, первый раз, второй, третий, четвертый раз, сколько раз вы угадали, пишите в комментариях. То есть проверим, кто вы, Ванга, там, или кто-то ниже уровнем, там, или там еще какой-нибудь экстрасенс украинской передачи. Ну, там есть своя классификация крутости экстрасенсов. Короче, долго объясняю, но надеюсь, что будет сейчас весело, так что поехали. Так, ну то есть, не знаю, выбрал ли кто-то из вас эту посылку. Если вы выбрали, то значит продолжайте, записывайте одно очко на свой счет, а мы посмотрим, что у нас в этой посылке с Алиэкспресс. Друзья, это насадка на кран. Насадка на кран, светящаяся со светодиодиком. Отлично, идем дальше. Выбираем следующую посылку. Так, ну если вы сейчас тоже угадали, то... Это действительно уровень. Ну, а если вы первый раз угадали, то тоже неплохо. Но если третий угадаете, это будет Алена Курилова какая-нибудь там из «Битвы экстрасенсов» или кто там самая популярная в Украине, по крайней мере. Так, друзья, лето близко. Пожалуйста, вам черный цветастый купальник с вот такими... с высокой талией. Пожалуйста, все как сейчас модно. То есть высокая у нас талия здесь и широкий купальник. Отлично. Продолжаем. Открываем эту посылку, давайте я прям создам классификацию, кто вы там, Ванга или еще кто-нибудь, какие там предсказатели еще были, господи, Майя там, резидент Майя. О, опять швейные лапки, да ё-моё, ребята, их заказывают тоннами. Я прямо, короче, тогда в описании к этому ролику, да, создам классификацию, и вы уже там можете сразу написать, я там Ванга или я еще кто-нибудь, я только Вангу почему-то вспоминаю. Так, ну и следующий. Я не знаю, если вы угадали реально 4 подряд, какие посылки я выберу, то вам нужно в лотерею играть, друзья, серьезно, мне кажется, это Unreal, мне кажется, это сложно, вот, мне мой очень хороший дружбанчик помогал с принтером, и он мне сказал насчет этого, я спросил у него, что это такое, он сказал, что печатало хорошо, чтобы качественно очень печатало, долго объяснять, он мне сказал, ребята, это чтобы принтер очень хорошо печатал. Так, ну и здесь уже угадывать нечего. Последняя посылка. Только 4, да? Ну ладно, так. Ага, это для электронных сигарет. Штуковины.
типа заправлять или что-то такое, короче, нахрена нужно, я не знаю, но знаю, что это для электронных сигарет. Но это, я так подозреваю, просто чтобы жижку удобно было носить с собой в достаточном объеме. Так, друзья, вы прошли тест на экстрасенсорные способности, теперь вы знаете, можно ли вам подавать заявочку на битву экстрасенсов. Ну а сегодня с вами был Букреев, Лидишоп или Тулс, это самые мои любимые сервисы, это мои друзья, спонсоры моих видео, я этого не скрываю, но мне никогда о них не стыдно говорить, потому что это надежные сервисы, за которые, ну, они не мои, но я за них ответственен, реально, ну вот серьезно. Так, ну и сегодняшнее секретное слово для истинных ценителей распаковок по часику тогда, то это лысый баклажан. Ну и делайте с этим, что хотите. С вами был Букреев, и обязательно посмотрите вот это видео. Всем пока!